Американские предприниматели и основатели компании SpaceX и Tesla Илон Маск впервые в истории возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes. Маск сместил с первой строчки основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее на протяжении 4 лет. Его состояние составляет 171 миллиард долларов. В то время как состояние Илона Маска выросло за год на 45% и составило 219 миллиардов долларов. Причиной столь стремительного увеличения капиталов Маска Forbes назвал рост котировок акций автопроизводителя Tesla, подорожавших за отчетный год на 33%. Состояние же Безоса сократилось на 6 миллиардов долларов из-за снижения стоимости бумаг Amazon, которые подешевели за год на 3%. Тройку самых богатых людей мира, по версии журнала Forbes, замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно со 158 миллиардами долларов.